17-этажные гиганты будут смотреться изящно благодаря классическому керамическому кирпичу, который заказывают специально для строительного комплекса. Этот долговечный материал служит столетиями. Присутствующие на презентации неоднократно подчеркивали основные достоинства новых домов. Есть понятие на три кита, да, получается. Поэтому я считаю, что первый кит – это комфортность, да, это, значит, шумоизоляция и это экологичность. Кстати, новая высота действительно очень экологичный комплекс. 40% придомовой территории займут зеленые пространства. Здесь расположатся спортивные зоны, пешеходные и велосипедные маршруты, зоны для йоги. Вся территория будет выполнена из экологически чистых материалов хвойных пород. Автомобили мешать прогулкам не будут. Под каждым домом своя парковка. Реализовать проект компания «Главалтайстрой» планирует за 3 года. Мы своей надежностью, своими активами, мы всегда как бы гарантируем нашим будущим жильцам, что данные объекты будут застроены вовремя, с качеством, как бы, и мы никогда не бросаем своих жильцов и впоследствии при дальнейшей эксплуатации. Добраться до новой высоты будет несложно. В шаговой доступности 4 остановки общественного транспорта. Совсем рядом с жилым комплексом 4 школы и 6 детских садов. А если ко всему этому добавить скоростные лифты в подъездах, противоударные стекла и заботу о людях с ограниченными возможностями, то будет понятно, почему с новой высотой ваша мечта станет реальностью. Кстати, подняться на новую высоту в рамках презентации удалось и 3 ее участникам. Они стали победителями лотереи и смогли насладиться нереальным видом Барнаула с высоты птичьего полета, на который их поднял вертолет. Новая высота ждет и вас. Ипотечные кредиты под приемлемые проценты уже предлагают самые известные банки краевой столицы.